В центральном матче 19-го тура первой лиги «Верес» из Ровно принимал одесский «Черноморец». Моряки в четырех играх в весенней части чемпионата набрали 10 очков и занимали первое место в турнирной таблице. По итогам матча с командой Юрия Вирта одесситы утратили лидерство. Матч для гостей начался хуже не придумаешь. Уже на 7-й минуте форвард «Вереса» Роберт Гегедаш ударом из пределов штрафной пробил Даниила Воракуту. В конце первого тайма моряки остались в меньшинстве. Герой матча с Абалонью Бека Вачиберадзе неаккуратно сыграл штрафной, наступив на голеностоп Николаю Гайдучику. Приговор судьи был максимально суров для черноморца – красная карточка и пенальти. Михаил Сергейчук изящно перебросил голкипера, удвоив перевес хозяев. Во втором тайме «Верес» довел счет до разгромного. Гегедаш реализовал выход 1-1, а Гайдучик замкнул навес с углового. 0-4 – самое крупное поражение одессита в этом сезоне и первый проигрыш Алексея Антонова в качестве главного тренера «Черноморца». Клуб из Ровно вышел на первое место, а моряки в понедельник попробуют реабилитироваться в домашнем матче против Прикарпатья.